Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим про крещение, один из главных христианских праздников. Праздник крещения Господня по-другому называется Богоявление. Праздником крещения заканчиваются рождественские святки, продолжающиеся с 7 по 17 января. Праздник начинается вечером 18 января, когда все православные отмечают крещенский сочельник. В этот день некоторые люди парятся в бане, а затем окунаются в прорубь. Таким образом, они поддерживают себя в хорошей физической форме. Они также пытаются очиститься духовно, оставив все ошибки и грехи в прошлом году. Это своеобразный ритуал очищения и здоровья. В день праздника, в день крещенского сочельника, совершается освящение воды. Во дворах храмов тянутся длинные очереди за святой водой. Считается, что крещенская вода имеет особую силу и целебность. Крещенской водой лечат раны, окропляют каждый уголок своего жилья, чтобы в доме был порядок и покой. Ставьте лайк, если эта информация была для вас полезна, а это видео вам понравилось. Спасибо! Пока!